Друзья, всем привет! Наконец-то я имею возможность с вами выйти на связь, показать свой очередной влог. Как вы уже поняли, я добрался до города Сочи, а это точнее сказать вам поселок Лазаревское, мой любимый курорт, об этом много знают моих друзей. Добрались на машине. Ну, собственно, все понравилось. Все достаточно классно, не считая пробок, которые собрали мы в городе Джубге и в Туапсе. Отстояли две пробки. Утерпимо, жить можно. И вот сейчас хочу показать, в каком отеле мы поселились. Я тут немножко спустился вниз, вот по этой лесенке. Вот хочу вам показать, как он выглядит и как вообще выход на море происходит. То есть на море выход там дальше, где я вот сейчас стоял. Мы на самой-самой горе, на самом верху. Вот так вот выглядит лесенка. Здесь чужие участки. Со всякими зарослями. Здесь же делают, здесь же растет виноград, здесь же вам, пожалуйста, и вино. В данный момент я иду с пивом. Это пиво Хадыжинское. Классное пиво. Одно из моих любимых в городе Сочи. Поэтому за вас. Это достаточно хороший фитнес. Подниматься по этой лесенке. Помимо того, что когда я снимал вас, когда я снимал вообще влог внизу, там надо было еще спуститься примерно метров, наверное, 200 вниз. То есть это все занимает путь от моря. Но это стоит того, поверьте мне. Вот это, кстати, лавровый лист. Да-да-да, это то самое, что вы в пельмешки добавляете, когда варите. Вот это вот он. Сейчас я вам покажу отель, наш бассейн, наш номер. Приехали мы буквально вчера, вот, наверное, в это же время, что и сейчас, местное 3 часа, московское время. Вот это первый корпус нашего отеля, но мы живем не в нем. Вот он, первый корпус. Здесь припаркованные автомобили. Те, кто приехал. Это не наша гостиница, то есть вот он, первый корпус идет. Наша гостиница, повторюсь. Это второй корпус. Вот так вот выгляжу я на фоне первого корпуса. Переулок Айвазовского 5, а это первый корпус. Пойдемте покажу второй. Вот он, второй. Ну, кстати, наш автомобиль, на котором мы приехали. За ним сразу идет лес. Сосновый. И, собственно, наш корпус. Это наш третий корпус. Сейчас, подождите. Очень важная информация. Ой, ё-моё, вот с пивом-то достаточно тяжело. Ребята, снимать. Подождите секунду. Я открою дверь. Вот так вот. Добрый свой. Заходим. Добро пожаловать. Как видите, море. Вот такой вот бассейн нас встречает. Здесь душевая. Вход с этой стороны. Вот такой вот бассейн. Вот такое вот море. Такие вот лежаки. Наш номер находится на самом верху, в самом углу. Сейчас пойдемте к нему. Шикарный бассейн, тут прямо
напоминание нам о каком курорте, догадайтесь. Да, я о Бали именно говорю. Очень прикольно напоминание. Пойдемте выше. Вот он, лес из сосновый, короче, лес. Там мы будем готовить шашлык. Как нам сказали хозяева, вообще без проблем. Что мне нравится именно здесь, в нашем номере, собственно, вот этот вот сквозной. То есть, что здесь не загораживает ничто, что там. У нас здесь постоянно ветер. Если ты постоянно проветриваешься, ты выходишь даже с душа, и ты как будто с номера с кондиционером вышел, как будто вышел еще в более крутой кондиционер. В общем, очень прикольно. Ну, я уж не говорю об этом виде, да? Только что с моря пришли, море шикарное. Лазаревское мое любимое море. Это, оно прям бирюзовое, оно прям как... Я не знаю, оно может дать фору Таиланду. Может дать фору, там, я не знаю, Вьетнаму. Вот такой вот у нас номер. Так, вот у меня сейчас смотрю, чтобы никто голый там не был в нем. Давайте заходим. Вот такой номер. Там у нас кто-то принимает фен, то есть кондиционер, кровать, всякие различные вот эти полочки, штучки. Там у нас вешалки, здесь у нас крутые ящики, вот такие вот, то есть все можно положить, все продумано, зеркало, телевизор, холодильник, приборы всякие, то есть душевая комната, кабина, туалет. В общем, как-то так, ребята. Вот как-то так. Буквально я вам на скорую, быструю руку это все записываю. Сейчас монтирую, выложу вам, чтобы вы смотрели. Здесь вот идет стройка, видимо, еще один корпус строится. А может быть, это уже другая гостиница будет, совсем от другого хозяина. Очень приятные хозяева, хочу отметить. Очень все чисто, очень все... как сказать? В общем, все четко, очень все четко. Никаких косяков, никаких нюансов, никаких претензий вообще нету. То есть очень все классно, шикарно. Здесь, пожалуйста, фонарь вам на балкон вечером сидеть под таким видом. Причем все, что говорят на пляжу, слышно и мне, вот нам здесь буквально прекрасно. Спуститься до моря на самом деле никаких сложностей не составляет. Да, по лесенке, но это фитнес. Поднялся ты по лесенке 100 метров, 200, ничего страшного. Вот поезд едет, если видно, я не знаю. То есть тут первая береговая линия, прямо вот там едет поезд. Это грузовой в данном случае. Обычно привозят туристов новых. То есть 5 минут занимает, ну может минут 8 спуск до моря. Море шикарное, таблетки ездят, плюшки, ватрушки и все, что можно только. Ну и там самое большое колесо обозрения в России, кто не знал. По-моему, 89 метров оно. Вот такой вот влог, друзья. Уже долго записываю, 9 минут. Так что давайте до скорого. Дорогу мы монтировать, я не знаю, буду, не буду. Но там есть интересные моменты, посмотрим. Ну вот такой вот маленький отчет. Всем пока.